Ночью 10 сентября 1943 года началась артподготовка перед штурмом Новороссийска. Спустя минуту после первого артиллерийского залпа группа глиссирующих катеров нанесла торпедный удар по береговым укреплениям фашистов. Почти одновременные взрывы нескольких торпед уничтожили батареи и доты противника. Вторая группа катеров нанесла удары по причалам. Вслед за этим третий отряд катеров высадил на берег новороссийские десантники. В начале 1923 года наркомат по морским делам дал ЦАГИ задание на разработку первого отечественного глиссирующего торпедного катера. Вооружаться катер должен был одним пулеметом и торпедой, иметь водяной винт и идти со скоростью не меньше 50 узлов с мореходностью до 3 баллов. В 27 году проект катера был разработан коллективом под руководством Андрея Туполева. Впоследствии Андрей Николаевич Туполев станет выдающимся авиаконструктором. А пока свои конструкторские идеи Туполев применил при создании торпедного катера. За основу проекта был взят поплавок от гидросамолета. Обычный трубчатый торпедный аппарат для глиссирующего катера не подходил. На такие катера устанавливали желобные торпедные аппараты. При атаке катер стрелял торпедой назад. Затем он резко отворачивал в сторону, а торпеда принимала заданную глубину и увеличивала свой ход до полного. В момент пуска скорость катера должна была составлять не менее 18 узлов. В противном случае он не успевал отвернуть от собственной торпеды. Первый опытный катер АНТ-3, который так и назвали «Первенец», испытывался в Севастополе и получил положительную оценку. На базе «Первенца» был создан катер АНТ-4. На испытаниях его максимальная скорость доходила до 47 узлов. Это примерно 85 км в час. Солидный по тем временам результат. До 1932 года наш флот получил десятки таких катеров, названных «Ша-4». На Балтике, Черном море и Дальнем Востоке появились первые соединения торпедных катеров. В 30-м году на нескольких катерах Ша-4 была установлена специальная аппаратура, которая позволяла управлять движением катеров посредством радиокоманд самолета. В 32-м, после успешных испытаний этой аппаратуры, был сформирован опытный дивизион катеров так называемого «волнового управления». В 28-м флот заказал ЦАГИ еще один торпедный глиссирующий катер, названный Г-5. Катер с установленными на нем зарубежными авиационными моторами прошел испытание в декабре 33-го. В кормовой части корабля находились два желобных аппарата для мощных 533-миллиметровых торпед. На ходовых испытаниях Г-5 развил невиданную скорость – 58 узлов с полным боезапасом и 65 узлов без нагрузки. Советские военные моряки сочли его лучшим из существующих торпедных катеров. Правда, скоростные характеристики серийных катеров были скромнее, так как на них вместо двух моторов по 1000 лошадиных сил устанавливали отечественные мощностью 850 лошадиных сил. Торпедный катер типа Г-5. Водоизмещение 14,5 тонн. Осадка 1 метр 20 сантиметров. Мощность двух бензиновых моторов – 1700 лошадиных сил. Скорость хода – 50 узлов. Вооружение – 2 533-миллиметровые торпеды, 2 пулемета, 4 мины. Советские торпедные катера создавались для нанесения торпедных ударов по крупным кораблям противника. Но ход Великой Отечественной показал –
что на деле эти катера оказались весьма универсальными. Они не только выходили в лихие торпедные атаки, но и ставили минные заграждения, охотились за вражескими подводными лодками, ходили в разведку, высаживали в тыл врага диверсионные отряды, осуществляли охрану кораблей и конвоев. В десантных операциях торпедные катера выполняли роль передовых групп, доставляя к вражескому берегу штурмовые отряды. В первые дни войны, когда немецкие самолеты систематически забрасывали подходы к Севастопольской бухте магнитными и акустическими минами, торпедные катера стали выполнять роль тральщиков. Правда, метод траления был необычным. В заминированном районе катер на полном ходу сбрасывал за борт глубинные бомбы. Пока они погружались на заданную глубину, катер успевал отойти от места взрыва на безопасное расстояние. Акустические мины срабатывали от звука взрыва, а магнитные рвались от детонации. Летом 43-го на вооружение начали поступать первые в истории ракетные катера. Вместо торпед на удлиненной рубке монтировалась реактивная пусковая установка, аналогичная установкам знаменитой «Катюши». Эти корабли послужили прообразом современных ракетных катеров, приоритет в создании которых принадлежит Советскому Союзу. В ночь на 28 августа 43-го четыре ракетные катера совершили огневой удар по анапскому аэродрому, занятому противником. Три дня спустя эти же ракетоносцы огнем своих установок сумели рассеять группу из 9 вражеских катеров. Низкая мореходность катеров Г-5 существенно ограничивала радиус боевого применения, зависевший не столько от запаса топлива, сколько от погоды. Волнение моря в 3-4 балла было критичным для катеров Г-5. В таких условиях каждый выход торпедных катеров в море граничил со смертельным риском для их экипажей. Из-за отсутствия плоской палубы катера практически не могли перевозить серьезный груз. Десантников приходилось сажать в желоба торпедных аппаратов. Размещать их больше было негде. июня 42 года два больших катера приближались к оккупированной Ялте. В этом городе немцы чувствовали себя в полной безопасности. Расстояние до ближайшей базы советских торпедных катеров превышало радиус действия уже известных немцам катеров Г-5. Поэтому фашисты были уверены, что это их корабли возвращаются на базу. Но вдруг один из катеров описал крутую дугу и выстрелил торпедами по стоявшую причала немецкой подлодки. Еще две торпеды со второго катера стрелами метнулись в сторону берега. Через несколько секунд взрывы разметали в щепы несколько стоявших у причала немецких катеров. Так враг узнал, что в составе Черноморского флота действуют два торпедных катера дальнего действия Д-3. Они были разработаны советскими конструкторами еще до войны. Летом 1939-го на воду был спущен опытный образец торпедного катера Д-3 с деревянным корпусом. Испытания на Черном море подтвердили высокие боевые и мореходные качества корабля. Он был принят комиссией и введен в состав Черноморского флота. На катерах Д-3 устанавливались бугельные торпедные аппараты бортового сбрасывания. Достоинство их было в том, что они позволяли производить залп при нулевой скорости. В 1940 году был спроектирован вариант катера Д-3 с металлическим корпусом. Он получил обозначение СМ-3. Д-3 и СМ-3 были не единственными торпедными катерами, созданными в Советском Союзе накануне войны. В конце 30-х группа конструкторов спроектировала малый торпедный катер типа «Комсомолец». По водоизмещению он практически не отличался от катера Г-5, но при этом имел более совершенные трубные торпедные аппараты и нес более мощное зенитное и противолодочное вооружение. Транспорт. Торпедная атака! Торпедная атака! Thank you.
Немецкий историк Мейстер так описывал тактику применения советских торпедных катеров. Русские катера нападали днем так же, как и ночью. Часто они поджидали немецкие караваны, укрываясь за скалами в маленьких бухтах. Русские торпедные катера стали постоянно растущей угрозой для немецких конвоев. К началу Великой Отечественной на вооружении военно-морского флота СССР находилось 269 торпедных катеров. В ходе войны было построено еще 30 торпедных катеров и 166 получено от союзников. За выдающиеся боевые заслуги перед страной 36 матросов и офицеров торпедных катеров были удостоены звания Героя Советского Союза.